завтра мы в 10 часов собираем всех, всех предпринимателей в ДК. Причем предпринимателей собираем как большого бизнеса, среднего бизнеса и малого бизнеса. Еще раз доводим требования по градостроительной политике города. Разбираем там ряд, показываем, что хорошо, что плохо. И потом мы разговариваем по нестационарным торговым объектам. Я, насколько слышал, жители этого дома тоже, значит, у нас не совсем за то, чтобы здесь находились павильоны. Вот. Я опять же давал поручение, чтобы сами руководители павильонов, я понял, мы встречались, когда жду от вас информации, чтобы вы какие-то места еще предлагали. Вы так и ничего не сказали. Вот, есть. Я сам, к сожалению или к счастью, да, что за вас тоже должен думать, потому что я же все-таки понимаю, что ответственность на мне будет, поэтому я человек принимать решения тоже готов. Поэтому я выдал одно предложение, его покажу дальше по маршруту, где можно разместить. Пока на сегодняшний день, значит, все-таки схожу к мнению, что здесь павильонов не должно быть. Улицы должны быть широкие, здесь заново, чтобы строиться, здесь ничего не должно. Вы посмотрите на эту улицу, со стороны дороги. Отлично. Это будет тема, чтобы как раз фасады делать домов, открытое пространство было, а мы опять сужаем. Поэтому окончательное решение будет завтра. Вот. Но я знаю, что жители этого дома также имеют свое мнение, и им здесь в первую очередь жить. Поэтому еще мы. За 10 лет работы ни разу никто не пришел, не сказал, что мы здесь сейчас. Ну, наверное, значит, может быть, не пришли те, которые вы не хотели, чтобы пришли, а люди приходят, те, да которые почему? Говорят. Жители этого дома все питались. Вот мы сейчас мы поэтому идем дальше. Я покажу место, где будет, чтобы рассмотреть. Устройство. Мы не можем объект благоустройства нарушать опять. Ну мы же не самовольно сюда встали. Нам же разрешили. Ну вот так, пойдемте, я вам покажу. Так а смысл нам отсюда канализацию убирать и отключить, что ли? По 50 тысяч рублей выкидывать канализацию на воду, отведение.